Последние звонки в учебных заведениях Приморья, а также школьные выпускные вечера и утренники в детских садах в этом году примут необычные форматы. Очных массовых встреч не будет. Об этом заявила министр образования региона Наталья Бондаренко. По словам министра, каждая школа вправе самостоятельно определить срок окончания учебного года. Однако есть некие общие рекомендации. Для учеников с 1 по 8 классы учебный процесс закончился сегодня, 20 мая. Для 9-10 классов не позднее 29 мая, а для 11 классов не позднее 5 июня. При этом ясности насчет выпускных экзаменов пока нет. Возможно, их сдвинут на август. Что касается последних звонков в школах и выпускных, то тут все однозначно. Очные массовые мероприятия отменяются из-за пандемии коронавируса. Сегодня широко практикуются всевозможные форматы проведения событий онлайн. Мы решили узнать, как артемовские школьные коллективы будут проводить последние звонки в этом году. Ну, конечно же, будем, потому что все-таки окончание школьной жизни – это такое замечательное событие, которое нельзя оставить без внимания. Последний звонок, к сожалению, в этом году мы не можем провести в том формате, к которому мы привыкли. Но мы, наши дети, наши выпускники 9 класса нашли выход из этой ситуации. Они решили записать видеоряд, обращение к учителям, обращение друг к другу, к одноклассникам, стихотворение о школе, о себе, друг о друге. Хотят исполнить песню. Конечно же, это все будет из дома, каждый будет находиться на самоизоляции, потому что, к сожалению, мы не можем по-другому. Что касается 11 класса, то они у нас учатся до 5 июня, и поэтому пока такое мероприятие мы провести не можем, и подумаем после 5 июня, в каком формате провести и с ними этот праздник. Так как я являюсь выпускником 2020 года, я могу рассказать о том, как будет происходить наш последний звонок. Несмотря на всю ситуацию с пандемией коронавируса, наш праздник состоится, правда, в онлайн-режиме. Мы будем связываться при помощи платформы Skype и взаимодействовать друг с другом, показывать сценки и петь песни. Я выпускник 2020 года. На нас колоссально повлияла ситуация с коронавирусом. Именно поэтому мы учимся дистанционно до 5 июня. Но несмотря на это, наш класс решил провести выпускной онлайн. Мы будем разговаривать в эфире и петь песни. Мы дружны, и поэтому никакая ситуация с коронавирусом нам не помешает отпраздновать окончание школы.